Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Flip 3 произвести первоначальную настройку. В первую очередь нажимаем на синюю кнопочку, затем выбираем наш язык, великий и могучий русский. Нажимаем далее. Следующим шагом нам предлагают подключиться к мобильной сети, но если же у нас нету при себе сим-карты, можем пропустить и данный шаг и сделать это позже. Затем нам надо принять лицензионное соглашение с конечным пользователем. Нажимаем далее. Затем нам предлагают подключиться к сети Wi-Fi, но если же в нашем окружении не нашлось ни одной сети Wi-Fi или открытой сети Wi-Fi, можем пропустить данный шаг и сделать это позже. И затем нам предлагают скопировать данные с нашего предыдущего телефона. Если хотим это сделать, нажимаем «Да». Далее, если же хотим настроить устройство как новое, просто нажимаем «Не копировать». Затем настраиваем дату и время. С ним идут сервисы Google. Убираем все вот эти галочки. Затем принимаем условия использования и политику конфиденциальности Google. Затем нам предлагают задать защиту телефона. Может быть, распознавание лица, отпечаток пальца, рисунок, пин-код или же пароль. Также можем пропустить данный шаг и сделать это позже в настройках. Следующим шагом нам предлагают зайти в наш аккаунт Samsung. Можем зайти сейчас, можем зарегистрироваться, также можем пропустить данный шаг и не делать этого в данный момент. Затем нам идут там инструкция по уходу за телефоном. И настройка завершена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.